Приветствую всех любителей шитья на своем канале. Сегодня шью вот такое интересное платье отрезное по талии с открытыми плечами, воланами, поясом. Это у меня получился костюм Снегурочки. На этой основе вы можете пошить любое платье на ваш вкус. Главное, чтобы это было из тянущихся тканей. Здесь у меня велюр стрейч. Всем приятного просмотра. Итак, мы измеряем обхват груди, обхват талии, обхват руки, длину рукава от подмышечной впадины и длину юбочки. Больше, в принципе, нам ничего не надо. Для того, чтобы верх платья сидел плотнее, так как у нас материал трикотажный, имеет растяжимость, чтобы он на вас не провисал, умножаем мерки обхватов на коэффициент растяжимости 0,9 и делим эти мерки на 4 части. Обхват груди. Обхват груди мне 96, умножаю на коэффициент растяжимости, делю на 4, получаю цифру 22. С обхватом талии также поступаю, с обхватом руки. Но обхват руки я уже на 4 не делю, просто умножаю на 0,9. У меня обхват руки 31, умножил на 0,9, получил 28. Длина рукава и длина юбки остаются без изменений. Я беру себе вот такую кальку в папках. Раньше я этого не знала, но благодаря тому, что я постоянно смотрю каких-то блогеров, швейных коллег своих, я узнала, что можно покупать вот такую бумажку и не мучиться с этими вонючими рулонами, постоянно их раскатывать там и все такое. Если, конечно, для вас это не открытие, но для меня вот было открытие, поэтому я на всякий случай с вами тоже делюсь. Короче, классная вещь, если ты шьешь белье, всякие мелкие детали, просто на одном листочке все чертишь и не мучаешься, в общем. Кайф, кайф. Так, начинаю с того, что от этого угла в сторону откладываю обхват груди. И вот это вот все, что мы с вами делали, умножали, делили. У меня получилось 22 сантиметра. Вниз откладываю для девочек до 165 сантиметров роста. Откладываю 35. Если вы выше 165 сантиметров, откладывайте 39. Такой прямоугольник. От верхней точки вниз откладывайте 14 сантиметров. Те, кто даст до 165 сантиметров, кто выше, откладывает 16. Я откладываю 16. В сторону откладываю 2. Сюда откладываю 6. Соединяю. Скругляю угол. Это моя пройма. Здесь пишу сгиб. Здесь по низу откладываю мерку талии. У меня 18,5. Также не забываем умноженную, перемноженную. Вот это вот все. Соединяю с этой точкой верхней. Все, вот он, топ готов. Ну, кривенько так обведу, но главное, чтобы было понятно. Так, теперь берем рукав. От вот этой точки в сторону откладываем мерку, равную половине обхвата руки, умноженной на коэффициент растяжимости. То есть у меня было 31, я умножила на коэффициент 0,9, мне получилось 28, разделила на 2, получилось 14. Все, вот он мой рукав. Угу. Так, здесь ровно. Ну, у кого будет длинный рукав, можно, конечно, заузить, но я для себя подумала, что я, наверное, все это сделаю на примерке. Все сметаю, посмотрю. Скорее всего, вот здесь буду, конечно, заужать. Потому что вот это вот мне сильно много будет. Ну и длину рукава тоже там, например, я откорректирую. Что из себя представляет юбочка? Юбочка это просто полусолнце по косой. Складываем ткань по косой. Здесь отмеряем мерку, равную половине обхвата талии.
половине. Здесь я на коэффициент ничего не умножаю. Если у нас не будут сходиться, у нас, конечно, не будут сходиться эти объемы топа и юбки, благодаря тому, что у нас на юбке мы умножали на коэффициент. Ой, на топе мы умножали на коэффициент, а на юбке не будем умножать. Поэтому не сойдутся у нас линии. И юбочку мы вверх будем собирать на ниточку. Будем делать небольшую сборку. Короче, берете свой полуобхват талии. Сюда вот так его отмечаете. Кладете ребром сантиметровую ленту. Полукругом ее так обозначаете. Все. Вниз отступаете длину. Вот так радиальными такими точками. Все, вот такая будет юбка. Из ткани у меня 1,5 метра. Такого умопомрачительнейшего, красивейшего, просто дорогущего вельвета. Ой, смотрю прям и хочу взрыднуть немного, сколько я потратила на это денег. Ну да ладно. Не жалко для себя, не жалко. Короче, у него трикотажная основа, он тянется очень классно. И для украшения вот такая страусятина. Жопа страуса. Или что это, хвосты страуса, я не знаю, что это, короче, вот. Каких-то курей ощипывали и на ниточку нанизывали. Здесь у нее 1,2 метра, наверное, этой шелухи. Буду поверху пришивать и по низу юбки. Буду такая ощипанная цыпа, но снегурочка. Короче, будет классно. Давайте шить. Что касаемо припусков, то везде по сантиметру. Кроме вот здесь верхней части. Вот так вот я оставляю. Здесь я буду подгибать под резинку. Поэтому вот здесь я делаю вот такой скос, чтобы когда я завернула, понимаете? Вот я заворачиваю. И вот здесь сходится. Если я обрезала бы прямо, тут был бы трэш. Поэтому измеряйте свою резинку. Плюс где-то 1,5–2 сантиметра. Ну, там смотрите. Вот у меня вот так резинка. Так я ее подогну вовнутрь, да? Здесь будет оверлок. Вот, вот этот припуск верхний делайте, исходя из того, какой ширины у вас будет резинка. На рукаве то же самое. Тоже вот здесь я подогнула. Первым делом стачиваю на оверлоке швы у топа. Затем стачиваю швы рукава. Скалываю деталь рукава с проймой топа. Довольно часто прокалываю все иголочками, потому что ткань довольно капризная. Вот этот велюр, он как бы ворсинками немного склеивается. Поэтому лучше прям почаще его проколоть. Складываю детали лицо с лицом. Все прикалываю. И втачиваю на верлаке по окружности проймы. Получившийся верхний срез с топом и с рукавами полностью обрабатываю на верлаке. По верху припуск обработала верлаком, подогнула, оставила незашитым отверстие, в него вставила резинку. Резинку стачала, отверстие закрыла. Резинку распределила ровненько, в швы закрепила обычной прямой строчкой. Резинку взяла по плечам себе. И где-то минус 5-7 сантиметров, чтобы она прям так плотненько лежала. И вот это вот так вот при носке у нас вот так вот не делалось, да? Типа, здравствуйте. Вот.
Юбку, значит, по шву стачивания нужно обязательно приметать, потому что если этого не сделать, то она пойдет у вас как попало. Короче, одна длина будет длиннее другой, потому что здесь мы выкладывали по косой. Вот здесь шов будет неровный. Вот одна сторона будет вниз уходить сильно, если это все не заметать. Заметываем, сшиваем на верлоке, низ обрабатываем на верлоке и соединяем верх с низом по вот по линии талии. Все. Рукав можно просто здесь оверлочить и подогнуть, но у меня остались два куска, поэтому я измеряю вот это расстояние. У меня здесь 28, делю пополам 14. Ставлю ребром, значит, вот сюда, вот так, сантиметровую ленту, 14 сантиметров. Сюда отмеряю вот так, тык-тык-тык-тык-тык, по 15 сантиметров. Здесь 15, здесь 15, здесь 15, и вот так. И сейчас вырежу вот такие две юбочки и пришью их по кругу рукава. Это будут у меня что-то типа такие манжеты, наверное. Да, манжеты. И по низу будут перышки. Вот что у меня получилось в итоге. Я еще сшила пояс с кисточками. Если было бы больше ткани, то на юбку, конечно, лучше пустить полное солнце, а не полусолнце. Так было бы более празднично. У меня было всего 1,5 метра, но мне, в принципе, и так нравится. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будут деньги, высылайте. Пока-пока.